Еще один бренд – мобильник, который уже нашел своих покупателей в Москве. Компания также была относительно успешной на деловом рынке в течение некоторого времени. Компанию возглавляет молодой таджик, который ранее был трудовым мигрантом и столкнулся со многими трудностями. Наша компания «Мобильник» занимается продажей мобильных телефонов в рассрочку для граждан СНГ. То есть, если клиенты, бывает же, что зарплату задержали, что-то случилось, мы никакие проценты не берем и пени у нас нету. Долгосрочные планы и объективные цели ведут каждого бизнесмена к его мечтам. Именно с правильными целями для продвижения компании и достижения еще более высоких уровней компания намерена увеличивать количество своих торговых точек не только в разных регионах Российской Федерации, но и за рубежом. В этом направлении руководство и сотрудники компании упорно работают для достижения поставленной цели. Естественно, любой партнер, который хочет куда-то вложить деньги, его интересует прибыль и безопасность, то есть риск, чтобы риск меньше был. Мы уже на рынке 2 года работаем, наш бизнес уже проверен, наша система уже налажена. Если человек вкладывает в нашу компанию как партнер деньги, естественно, у него уже меньше риска есть, потому что у нас система налажена, бизнес проверен и команда готова. Мы готовы к развитию. Если заниматься бизнесом – это риск, то заниматься им в большой стране вдвое рискованнее. Но кто выполнит эту работу сильной волей и великими целями, тот и побеждает. Желаем молодому бизнесмену Акмалу успехов и реализации планов и намерений его компании.